природный газ – настоящее чудо, дарованное людям российской землей. Но, как известно, чудеса случаются только если в них верить. В 70-х годах прошлого века советские инженеры поверили в то, что смогут проложить в суровой Сибири через болота и топи газовую магистраль протяженностью более 1000 километров. А сегодня более 9500 сотрудников «Газпром-Трансгаз Томск» от Нижневартовска до Горно-Алтайска, от Омска до Камчатки верят в свою профессию, верят в общую миссию и знают, как доставить голубое топливо туда, где нуждаются в нем больше всего. Это Никита. А это папа Илья и мама Никиты Ирина. Обычная омская семья, которая пользуется газовым водонагревателем и газовой плитой. Ради Никиты, Ильи, Ирины, их родителей и соседей в конечном счете и работает вся российская газовая промышленность. В составе «Газпром Трансгаз Томск» 27 филиалов. В 2022 году омский филиал компании отмечает 35-летний юбилей. Все эти годы предприятие успешно решало важнейшую задачу бесперебойной и безопасной транспортировки природного газа по магистральному газопроводу. В компании используется надежное и современное оборудование. Система телемеханики, внедренная в омском филиале, дает возможность контролировать важные параметры на объектах в режиме реального времени. А надежная сеть современной цифровой связи позволяет совместно с коллегами из других филиалов реализовывать самые смелые газотранспортные проекты. Компрессорная станция «Омская» позволяет изменить направление потоков природного газа с запада на восток и обратно, а в летний период транспортировать излишки газа в европейскую часть России. Однако материально-техническая обеспеченность не является решающим фактором в достижении высоких показателей. Главная ценность компании – это коллектив. В омском филиале работает более 300 человек, и каждый сотрудник – профессионал в своей области. Благодаря ежедневной работе газовиков необходимое сырье получают стратегически важные объекты и коммунальные предприятия Омска и районов области, а также соседних регионов. Слаженность действий и нацеленность коллектива на результат – вот факторы успеха, которые в будущем поспособствуют реализации новых амбициозных проектов. Вернемся к Никите, который решил, что в будущем станет инженером. Из него может выйти блестящий специалист, потому что он учится без троек, развивает навыки командной работы и берет на себя ответственность за сломанные игрушки, которые сам же и чинит под чутким папиным руководством. После окончания университета Никиту будут ждать в омском филиале «Газпром Трансгаз Томск». «Газпром Трансгаз Томск» обеспечивает своим сотрудникам достойную оплату труда. Стать частью коллектива предприятия мечтают многие молодые специалисты, которые начинают карьеру в нефтегазовой отрасли. На протяжении многих лет компания развивает корпоративную культуру. Это дает возможность создавать прочные профессиональные и личные связи. Поддерживаются спортивные команды, организуется наставничество для новых сотрудников, раскрываются лучшие качества каждого работника.
В 2022 году, в преддверии профессионального праздника, делегация Омского филиала приняла участие в 18-й спартакиаде среди трудовых коллективов нефтегазовой отрасли Омской области, где заняла первое место в комплексном зачете и завоевала переходящий кубок. В этом году «Газпром Трансгаз Томск» отмечает свое 45-летие, а омский филиал, который играет ключевую роль в газотранспортной системе Сибири, празднует 35-летие. Все эти годы работники предприятия посвятили достойному делу – транспортировке голубого топлива на предприятия и в дома россиян. Мы искренне гордимся своим вкладом в общее дело газификации страны. «Газпром Трансгаз Томск» сегодня – это синергия молодости и опыта, инноваций и точного расчета, гордость за прошлые победы и устремленность в будущее.